Что-то Франкфурт, мать его. Какой-то хуёвый стал. Франкфурт. Да, были дропы, это факт. Это факт, были дропы. Ну, сейчас должно быть нормально все. Я сменил сервак. Все, господа, нормально все. Отзовитесь, господа. Нормально. Ладно. Так, поехали. Сегодня, наверное, будет эта игра, и еще пара игр, которые не нужно проходить, и еще поиграю в одну игру, которую нужно проходить. Что это, блядь, за враг выбежал на меня? Так. Короче, игра это говно. Ну что поделать, придется играть в говно. Придется играть и проходить говно. Что, блять, это за враги? Советский клон за 80. Что-то как-то, блин, дохера слишком врагов бегает. Что-то как-то охренели они все. Вообще охренели, капец. Что это? Что это такое? Что это, блядь, такое? Их там не должно быть столько. Что это за бред? Пиздец. Просто пиздец. До свидания. Заново начинаем. Заново начинаем. Начинаем заново. Конечно, блядь, ни по кому не попадает ничего. А зачем? А зачем что-то почему-то должно попадать? Ну, блядь, ну три выстрела, из них два мимо летят. Что это за пиздец? Игра. Что это за пиздец? Так, дальше что? То есть я даже выбегаю, стреляю, понимаете? Я выбегаю, стреляю. Вот так вот. И все равно им насрать. Так, что у нас? Как работают эти выстрелы, вообще непонятно. Просто невозможно понять это. Еще кто-нибудь? Нет? Все, никого. Ну, блять, тут ничего уже не сделать. Тут надо уже туда пиздовать. Не знаю, эта игра такое говно. Просто такое дерьмо. Здорово, тактик. Блин, на самом деле, если я в тот раз бы пошел наверх, я, наверное, мог бы игру пройти, а не за хпшечкой. Но это было ненадежно. Почечка, по идее, должна была меня спасти, чтобы надежно пройти, но игра решила по-другому. К сожалению. Так. Тут у меня это. Все, патроны кончились. Прекрасно, да? Охуенно, когда патроны кончаются, прям. Прям хочется взять и похлопать разрабам. Сказать, какие же вы разрабы уебки. Ну, я думаю, мы поебемся сегодня с этой игрой. Надеюсь, что я все-таки пройду в этот раз. Но не без проблем. Ну, блять, ну что это такое?
Давай. Нет. 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 Убежал куда-то, чувак наш. Смотрите, убежал куда-то. Куда-то убежал наш чувак, ладно. Сейчас, если мне не повезет, то все. То все. Езда. Так, ладно. Ладно, пока. Ну почему, блядь, она не попадает? Ладно, смотрим дальше. Так. Давай второй. Второго нет. Следующий. Так, следующий. Так, следующий побежал. Следующий мразь побежал. Все, смотрите, он там подло остался стоять. Вот тут вот. Ну, пиздец, блядь. Вот из этого урода. Вот из-за этого. А, ладно. Все, насрать. Нормально, 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 нормально. Взял эту срань, все, можно забить на то, что меня убили. Окей. Окей, берем патроны. Самое важное будет следующий кусок. Да блять, как же это все надоело. Сука, ну как это все заебало меня. Даже, блять, прыжок обычный и то не сделать нормально. Прыгай, мразь. Какая же бесячая игра. Слов нет. Просто, просто раздражает. Выглядит нормально, а она играется как срань. Конченая. Еще вот эти, блин, прибежали. Бойцы. Так, ладно. Ну, к сожалению, Storm River. К сожалению, тебя очень легко обмануть. Тебе можно сунуть говно, которое выглядит как конфетка, и ты его съешь. Даже не поймешь, в чем дело. Ну куда вот этот? Куда вот этот чувак пошел? Давай, блядь, сюда. Вот так вот. Так, давай, следующий, давай сюда. Давай сюда, чувак, давай сюда, чувак. Ай, ладно. Так, я хочу вот это сделать. Так, вот так. Так, дальше что? Так. 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 Что должен прибежать, урод? Вот он. Так. У меня пульк не осталось. К сожалению.
Пулик мне осталось, к сожалению, так бы я прошел бы сейчас это место. Так, ну. Давай ты сюда. Какой уродский враг-то, пиздец. О, есть. Так, этот здесь сгенерился прекрасно. А ты что тут делаешь? Ты должен был исчезнуть уже. Вот так вот. Ты должен был умереть. Так, ладно, остался на самом деле один говновраг там, в третьей зоне. Который мне может помешать. Проблема на самом деле в пятой зоне вся. Пятую зону очень сложно пройти. Надо все, блин, сделать за один заход. До пятой зоны это все так. Я сейчас еще достримлю еще одну игру, которую... Ну вот, блять, ну почему я не встал в пиксель сейчас? Почему я не попал сейчас? Здорово, Раф. Нет, пока никакого Барбарина 2. Пока это говно. Пока это говно. Так. Так. Здесь что у нас? Ага. Так. Ладно. Дошли до сюда. Может быть, даже не сдохнем здесь. Да, не сдохнем здесь, удивительно. Удивительные вещи происходят. Так, тут что? Ничего интересного. Ничего интересного. Ничего интересного. Здесь, конечно, рандом. Повезет, не повезет. Ну вот, блять, не повезло, понимаете? Просто не повезло! Просто, блять, не повезло! И все, идешь нахуй! Пуля твоя никуда не попадает, естественно. Зачем твоей пули куда-то попадать? Здоровье твое просто так отнимается, естественно. Тут опять не повезло. Тут чуть-чуть повезло. Тут повезло. Здесь почти не повезло, но ладно, как-то выжил. И на том спасибо. Качин завершил. Качин завершил. Так, ладно, играем. Надеюсь, вам так же весело в это смотреть, как и мне играть. То есть нет, мне совсем не весело в это играть.
Блять, как же надоело то, что это дерьмо тупое не может встать, сука, нормально. Ну вот видите, и как бы и все, и то есть, ну никаких вариантов нормально сыграть нету. То есть ты просто дохнешь. Ты дохнешь и все. Ну никаких вариантов тут нет нормально сыграть. Ладно. Бежим обратно, и останется нам только пятая глава. Здорово, Крус. Спектрум дерьмо. Ладно, Спектрум не дерьмо, но эта игра дерьмо. Эта игра прям просто говно. Так. Куда, блядь, вас тут столько взялось? Вы не охренели? Господа. Блядь. Это просто охуевший был дядя. Видели, какой дядя? Дядя, ты вообще откуда взялся? Тебя не должно быть тут. Откуда дядю выстрелили? Объясните мне, пожалуйста. Какая серия игр, Крус? Джоблайт — это не серия игр, это вообще кусок говна. Рандомный. Ну, запусти на стрим и посмотрим все, как ты будешь играть. Посмотрим, какая это прекрасная игра. Ну, раз тем более, значит, тебе будет очень просто запустить и пройти. Посмотрим, как ты будешь 500 раз ресетить, прежде чем тебе удачно сгенерируется. Нет, так давай первую, ты же про серию говоришь. Ты же говоришь про серию игр. Давай с первой начнем. Да, может перепутал, Крус. Просто если человек перепутал и уверенно заявляет что-то, ну, тем будет веселее осознавать, что он перепутал. Крус, Джоблейд — это игра, где у тебя генерация сколько-то там бомб, сколько-то там заключенных. Ты ходишь по карте как идиот. И ты ходишь по карте как идиот. Так в чем смысл этой игры, если ты просто 500 раз ресетишь, пока тебе удача не сгенерится все? Не пойму, в чем смысл игры. Сгенерилось хуёво, время вышло, все, пошел нахуй. Смысл-то где? Ладно, не отвлекаемся. Ты, конечно, отвлекся! Блять, как заебали, блять, а? Просто, блять, нельзя играть со стримом ни во что. Ну все, блядь, можно заново дохнуть. Прекрасная игра. Все, блядь. Ладно, пока еще можно пройти.
Не, Cruise Jubilee — это говно ебаное, то есть, ну, блядь, ты, тебе сгенерилось хуёво, у тебя время вышло, все. Ты ничего не можешь сделать, просто потому что. Эта игра тоже дрестина ебаная. Но не потому, что что-то, блядь, генерится не так, а потому что твои пули ни в кого не попадают, блядь. Потому что стрелка элеватора нарисована не там, где элеватор. Понимаешь? Ну что вот это такое? Ну скажи мне, что это, блядь, такое? Что это, блядь, за говно, а? Какие, блядь, 202%, блядь? Дриста ебаная, блядь. Просто ебаная дриста, не игра. Что это, блядь, за размер окна вылез? Все, блядь, все, высорался уебище из-за угла. Все. Как же это все заебало. Просто кусок дристы. Блять, эмулятор ебучий, блять, ты можешь высраться. Молодец, блять, эмулятор ебучий. Сидишь, стараешься, а потом тебе просто не повезло, и ты идешь назад. Строить роботов — это Nether Earth игра. Блять, вот просто сгенерился, чувак, неудачно, все, все, пошло нахуй твое прохождение, и ты сам, блять. Тупорылое говно ебучее, блять. Срань. Ебаная, блядь. Ну что это такое? Что это, блядь? Что это? Сука, стреляешь у врага, ему похуй. Прекрасно, что качество не дали. Меньше чуваков на это дерьмо будет смотреть, проебет свое время. Нахуя я должен это говно проходить, блядь? Говно, в котором даже, блядь, пули не попадают. Пролетая насквозь. Так в чем прикол Круста, блядь, той игры, которую ты назвал пиздатой игрой? В чем прикол-то ее? Если ты как долбоеб бегаешь и ждешь, пока тебе повезет. В чем, блядь, прикол этой игры? В чем прикол этой игры, где ты то же самое делаешь, блядь? И твои пули, которых у тебя конечное число, блядь, которых вечно не хватает, блядь, ни в кого не попадают. Никакого, блядь, прикола ни в той, ни в другой игре нет, блядь. Говно высранное. Что то, что это. Да в Макаймуре, блядь, гораздо больше смысла, чем здесь. Сколько пуль не попадет, прежде чем хоть одна попадет? Сколько? Какая-то тупая шутка. Просто какая-то тупая шутка. Ну, что взять с этого говна? Высрали говно, сказали, играйте, продавайте. Был популярный персонаж комиксов.
Раз, два, раз, два, три, раз, два. Пять пуль мимо. Прекрасная игра. Замечательная. Тупая фигня на удачу. Тратит твои 20 минут. Результат от тебя вообще никак не зависит. Вот вообще никак не зависит от тебя результат. Может повезти, может не повезти. Хрен его знает. Пока до самого конца не дойдешь, не узнаешь. Вот враг сгенерился так, что вообще невозможно было не получить урон. Допилили, допилили кросс, можно купить. Я все раф хочу купить, да все забываю. Раф тоже говорит иногда, да не надо, да не надо. Иногда говорит, да надо, иногда говорит, да не надо, да не надо. Так. Что-то я даже в этот раз хп не потерял практически. А что мне это дает? А ничего мне это не дает. Бах, бах. Так, ладно, пойдем захилимся. Причем тут же ничего смысла не имеет перед последней локацией. То есть последняя локация, она такая очень дерьмовая, и ты либо ее проходишь сходу, либо ты ее никак не проходишь. Там всегда у тебя будут отнимать здоровье, всегда будут выбегать уроды. Ничего ты с этим не сделаешь. Дандари, блин. А что у вас тут миллиард человек выбежало, я не пойму. Выбежал просто миллиард человек. Капец, жесть какая. Реально просто миллиард человек выбежал. Не знаю, Storm River, это все говно. Это все говно. Это неинтересно ни играть, ни смотреть на это неинтересно. Даже если вдруг тебе надо смотреть интересно, больше на это никому смотреть не интересно. Так, хорошо. Это говно взяли. Что дальше? Ой, пиздец. Давай, прыгай, мразь. Слон и Сеги — отличная игра. Еще раз, все так называемые хуевые игры. Ну вот, пожалуйста, блять. По сравнению с этими хуевыми играми, это просто ничто. Вот это хуевые игры, да. Давай, убивай уже меня. Да никто мне ничего не реквестит, я сам играю в это говно. Потому что по меркам Спектрум это выглядит как нормальная игра. А на деле это говно, а не игра. На деле это говно, а не игра. Вот и Commodore Dandari — отличная игра. Здесь это, блин, срань. Вот ты просто, ты теряешь 20 минут жизни из-за того, что просто чувак сгенерился близко к двери.
Только из-за этого. А ты все, ты поздравляем тебя, ты потерял 20 минут своей жизни из-за этого. Поэтому я перестарел, посмотрел на еще одну игру, которую хотел пройти, и подумал, ну и нахуй эту игру. Куда, блядь, ты идешь? Наверх пошел, уебище. Вот смотрите, я стою, жду чувака. 3, блядь, пули садил. Давайте, я стою, жду чувака. Давайте. Нет, чувак идет снизу. Чувак, может, ты сдохнешь? Отлично, еще один чувак сдох. Прекрасно. Я опять жду чувака. Теперь здесь. Так, чувак, давай ты сдохнешь. Нет, давай, чувак, давай ты ко мне сюда придешь. Хочу тебя здесь видеть, чувак. Давай вот сейчас ты выбежишь сюда, да? Молодец. Красавчик. Просто царь. Так, идем сюда. Теперь тут убиваем чувака. Так, блять, ну... Ну вот, пожалуйста, пожалуйста, хуёвость игры. Вот она, хуёвость игры. Ты хочешь, блядь, сдвинуться на пиксель, а тебя скидывают на 15 пикселей. Какое же дерьмо-то, а не игра. Можно убрать эту срань отсюда. Спасибо. Так, ладно. Ну вот, пожалуйста, просто говно. Просто жмешь кнопку один раз, блядь, и тебя сдвигает на 25 пикселей. Потому что ты на мгновение забыл, что ты, блядь, рядом с краем. Ладно, идем дальше. Ой, как же заебала толпа идиотов под окнами. Придирки к шедевру. Действительно. Такой-то шедевр. Шит-эва. Что это, блядь, за говно, которое мне в ноги стреляет? Я же стрельнул! Я жал стрельбу, блядь! И сейчас здесь меня еще чувак выебет, смотрите. Для пущего эффекта. Нет, не выебал. Ну, ничего страшного, значит, еще успеет.
Куда? Куда ты стреляешь? Куда ты стреляешь? Ничтожное вонючее дерьмо! Так, ладно, идем сюда. Зато здесь он перепрыгнул, видите ли. Так, ладно. Видите, это я знал, что их тут два летит, урода. А здесь им все равно, что я что-то знал. Так. Так, берем еду. Мы же Solid Snake, правильно? Мы же Solid Snake. Оп-оп-оп. Бежим отсюда. Нахер. Побежали нахер. Бежим нахер. Оп. А, бежим нахер. Интересно, докуда мы добежим? Здесь очень прекрасно бежать, например, да? Прям превосходно. Так, что дальше? Дальше это чудесное место. Дальше это чудесное место, где моя пуля опять никуда не попадает. Еще одно чудесное место. Замечательно. Замечательно. И тут нам нет смысла что-либо делать вообще. Ну, блядь, конечно, никуда не попадет выстрел. Конечно, вот этот рандом, который сейчас хреновый, меня убивает. Конечно, естественно. Потому что по-другому просто невозможно. Ну, не бывает тут по-другому, никак. Не бывает такого, что тут тебе везет. К сожалению. Бывает, что ты дрочишь 100-500 лет и в конце концов проходишь, потому что... Спустя там миллиард попыток, оно, конечно, может повести. Да, о, смотрите, видали? Видали чувака какого? А? Какой у нас тут чувак? Какой у нас тут чувак-то агрессивный был, а? Капец. Жесть какая тут была сейчас. Просто как кошмар, какой чувак опасный был. Блять, этот чувак еще на том экране будет, к сожалению. На стрим надо плашку не заходить никому. Вот такая плашка нужна на стриме. Да там какие-то дебилы перед окнами стоят, бухают и орут. Надоели. Дебилы под окнами, дебилы в игре. Здорово, Кент. Ну, Крус, удачи на троих выходить. Удачи. Мне обычно достаточно просто выйти и попросить заткнуться. Они обычно все, ой, извините, извините, ладно, ну все. Но почему-то без, блядь, прямой просьбы никто нихуя не понимает никогда.
Ну вот, блядь, ну вот, вот, вот одно не то движение, блядь, одно не то движение, и все, понимаете, и все. И ты теряешь время, из-за хуёвейшего рандома. Блядь, одно просто не то движение, и все, и пошел нахуй. И не то движение было, это вот когда я тогда упал, блядь, с края. А сейчас все, все, сейчас мне, блядь, будет не вести постоянно там. Вот смотрите, мне будет постоянно там не вести сейчас. Давай, генери все ебище. Наконец-то, блядь. Ой, смотрите, не добежал. Видите, как, какое это говно, блядь. Просто говно ебучее, блядь. Сука, блядь. Ну опять на какой-то хуйне проебал, блядь. Просто из-за того, что физика в игре говно ебучее. И опять проебал 20 минут жизни. Проебано очередной раз. Из-за тупорылой блядской игры. Которая только и может, что генерить врагов тебе в жопе. Ну вот, пожалуйста, посмотрите на это. Посмотрите на это. Уроды просто из-за спины убегают. Да, блядь, прыгни ты налево. Что у вас тут дохуя слишком, вам не кажется? Ну, сейчас меня опять убьют, потому что у меня не хватает патронов, банально. У меня патронов не хватает. Ну, ты не можешь на это среагировать никаким образом. Никаким образом ты не можешь на это среагировать. Кен, привет. Я сегодня играю в дреснину вот в эту. Поэтому, к сожалению, я занят, да. К сожалению, я занят, играю в эту дреснину. Подборную. Скорее всего, весь вечер буду в нее играть, потому что... Непонятно, как ее проходить. Все, кажется, я проебался. Ну. Вот смотри, сейчас я пойду, и он выбежит из угла за меня. Патронов не осталось, пиздец. Понимаете, я стрелял, все, все, нет шансов, все, все проебано, нет шансов. Спасибо, блядь, игре, спасибо. Так бы шансы были, но так шансов нет. Увы и ах, 20 минут жизни потрачено впустую, как обычно. Потому что твои пули опять никуда не попали. Твои пули опять ни в кого не попали. Здорово, Литл. Ну тут никакой гудлайк не поможет. Все уже проебано. Назад, блядь, иди, говно. Все уже проебано. Никаких шансов это пройти нет. Все. Можно паковать чемоданчики. Заебали своим качеством. Ну, честное слово, блядь. Одни ноют, что качество нет, другие ноют, блядь.
Что качество хуёвое. Ну нет, это только бессмертие можно пройти, а бессмертие это пройти невозможно, к сожалению. Давай сюда, блядь, иди. Ну, особенно, когда, блядь, твои пули опять ни во что не попадают. Ну, вот, вот и вся игра. Вот и вся игра, блядь. Я не понимаю, кто-нибудь считает, что в это надо, надо играть? Кто-нибудь считает, что в это надо играть, блядь? Игра из серии «Проеби, блядь, 20 минут своей жизни, блядь, и поиграй в рулетку». Одна часть этой игры, остальное все не нужно. Остальное все настолько хуевое, что не нужно. Даже, блядь, по меркам фанатов этого долбоебской платформы. Эта игра просто плевок в лицо людям типа меня. Кто говорит, что Spectrum нормальная платформа. Все, я не буду говорить, что Spectrum нормальная платформа. Потому что у меня есть вот такие игры, которые выглядят, блядь, как нормальные, а на деле являются куском ебаного говна. Непригодным просто ни для чего. Ну что это? Что это, блядь? Просто говно, от которого невозможно не получить урона, понимаете? Просто говно, от которого невозможно не получить урон. А в конце игры это такое говно тебя минус 10 минут делает. И сколько угодно такого говна может быть. Сколько угодно, блядь. Просто играешь, пока тебе не повезет случайно. Крус, почему у нас в каждом районе нет мента нормального, который работает? Которого можно набрать, он придет, уберет нахуй, блядь, толпу пьяниц, распивающих алкоголь в общественном месте. Да, Крус? Ты как человек из той тусовки. Почему у нас, например, участковый получает какую-то премию, блядь, президентскую, при этом за 5 лет никто ни разу не смог до него дозвониться? Что, блядь, премия... По уклонению от населения? Самый уклоняющийся от населения участковый? Ну, блядь, давайте, я вас жду. Вот что это, блядь, такое? Почему опять ничего не попадает? Понимаете, хуёво то, что ничего не попадает. Нет ни одной причины, почему пуля не должна попадать. Но она не попадает почему-то. Хуй знает почему.
Давай, блядь, сюда говно. Понятно, крус съебал. Конечно. Так, дальше что? Дальше сюда. И сюда. И пули нихуя нет. И пули нихуя нет, блядь. И пули нихуя нет, к сожалению. Ну нет, ну блять, ну ебучий пиксель ссаный, блять, ну ёб твою мать, блять, какое говно! Ну все, идем вздыхаем. Все, блядь, идем вздыхаем. Да, идем вздыхаем. Срань. Срань ебаная. Все, Круз молчит. Конечно, нечего сказать по делу. У этой игры есть вторая часть. Она хуевая. Везде, и на Commodore, и на Спектруме. Она прям неиграбельная. Причем, по-моему, там у нее даже какой-то дамп забагованный. Вообще непроходимый. Не дам, в смысле, а сама игра. Или это какая-то другая игра. Короче, какая-то игра мне недавно попадалась забагованная, которую вообще пройти невозможно. Нет, я не говорю часть одна, я говорю, что остальные не стоят внимания. Я говорю, что там больше нечего проходить, кроме этой игры. Ну вот, где чувак? Ну почему чувак бежит, блядь? Почему чувак пробегает мимо, я не понимаю. Почему? По какой причине? Так, ладно, здесь чувак, ему повезло наконец-то. Здесь что? Давайте, чувака, где чувак? Ну почему, блядь, чувак уходит? Пиздец. Блядь, как же заебало это все, блядь. Просто кривое все. Ну, блядь, ну хватит! Ну хватит мне кидать говно под ноги! Ну вы посмотрите на это! Это же просто кусок говна! Блядь. Ладно, хоть здесь высрался. Ладно, тут я обосрался. Тут я обосрался, тут меня пиздит хуйня, блядь. Просто не повезло, блядь. Просто не повезло. Давай, блядь, беги сюда, урод, блядь. Гнилой урод, блядь. Сдохни, мразота. Ты сдохни, мразота. Ты сдохни, мразота. И ты сдохни, урод. Следующий. Давай, давай, давай. Прекрасно. Следующий. Блять, что это такое? Так, вот опять надо не повторить ту ошибку ебаную.
У меня нет выстрелов, понимаете? У меня нет выстрелов. У меня выстрелов нет. Да что это? Вот вы посмотрите, какое зацикленное говно. Блять, это сука смешно. Это просто смешно, блять. Я даже не достреливаю до него, понимаете, я не достреливаю до него. То есть я не могу пройти это место нормально сейчас. Я его не могу пройти нормально. Просто не могу! Вот и все! Потому что игра говно! То есть ты должен какой-то идеальный маршрут выполнить, блядь. Настолько неочевидный, чтобы это говнище пройти. Давай, давай сюда, блядь, говно. Давай сюда. Конечно, никогда он сюда не пойдет. А когда пойдет, сделает вот так! И ладно, если ты не стреляешь. Ладно, если, блядь, ты что-то не так делаешь, но нет, ты все делаешь правильно. Просто ты играешь в дерьмо. Это гораздо хуже, чем, блядь, игра, которую я в тот раз проходил. Это вообще недостойно, блядь, прохождения. Та игра, блядь, работает как заявлено. Эта игра не работает как заявлено. Эта игра просто кривая. Отнимаешь твое время, кусок дерьма. Что это такое, блядь? Что это такое? Что это, блядь, такое? Просто гнилой кусок говна. Отвратительный гнилой кусок говна. Вот и все. Только, блядь, всякие Storm River сидят и пиздят. О, вот надо играть. Вот надо играть. Смотрите, какой графон. А на деле это мусор. Сколько человек смотрит? Наверняка человек 7. Вряд ли больше. Еще толпа уёбков, блядь, на каких-нибудь ютубах. О, любимая игра детства, блядь, проходил, считаем, отличная игра, шикарная игра. Одна из лучших игр на Spectrum. Ой, мне бы чит на бесконечной жизни, как в детстве, тогда прошел. Отличная игра, прекрасная игра. Говно, на которое никому не стоит тратить, блядь, ни минуты своей жизни. Вот Круз. Спектром отличная игра. И ушел. Вот такая отличная игра. Ебаная конча, а не игра. Ты, блядь, кто такой? Высрался тут. Еще, блядь, один пробежал. Конечно, прекрасная игра на Commodore была. Какое-то говно здесь, блядь. Попади нахуй в него.
Два, блядь, уёбка. Откуда у вас тут два, блядь? Давайте еще здесь, блядь, 10 уёбков прибежит. Нет, здесь 10 уёбков не захотели бежать. Очень жаль. Очень жаль. Я так вас ждал. Давай, блядь. Нет, не побежал, очень жаль. Следующий. Следующий. Один, блядь, пиксель отделил меня тогда от прохождения игры, блядь. Один ебаный кривой пиксель. Прекрасно сгенерившиеся враги. Просто молодцы. Просто, блядь, пожать вам руку надо, уроды. Еще, блядь, прекрасно сгенерившиеся враги. Прекрасно отработавшие враги. Убивайте, блядь. Мрази. Конченые уроды. Такие же конченые, как уроды, которые эту игру сделали. Так, сейчас мы опять попадем в уровень рулетку. Попадут ли 5 моих пуль или нет по врагу? Как считаете? Кажется, не попадут. Зачем им попадать, верно? Ведь тогда игра будет быстро пройдена. Игра была бы легко проходима и нормальной, да, если бы пули всегда попадали, блядь, туда, куда стреляют. Но, увы... Нам это не нужно. Нам не нужно, чтобы наша игра была нормальной. Нам нужно, чтобы наша игра была куском ебаного говна. Давай, блядь. Так, вот это чудесное место. Сюда, блядь, пошел урод. Сюда, блядь, пошел урод. Прекрасно. Конечно, мимо, блядь, естественно. Кто, блядь, сомневался? Почему, блядь, я мимо стрельнул? Да ёб твою мать, иди наверх, блядь, урод. Наверх пошел, срань ебаная. Ну что это такое? Что это такое? Почему эта штука мешает мне играть, блядь? Говно, блядь, ёбаное. Так, поехали, блядь. Ты, урод. Ты пошел сюда. Ну, конечно, блядь. Давай, давай, давай. Давай, да, 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 да. Да, да, вот именно так. Так, здесь может второй сгенериться, на самом деле. Здесь вроде не может. Так, там еще есть рандомность в выходе.
Сидели, делали мрази эту игру. Ой, что-то хорошо слишком получилось. Давай у нас будет, блядь, половина пуль просто нахуй не попадать никуда. А чё, прикольная идея, мне нравится. Да, мне тоже нравится, отлично. Го. Так. Давайте здесь. Сделаем так. Так. И идем в четвертую зону. Идем в четвертую зону. Вот сюда вот. Блять, то почему всегда в меня попадает? Так. Так. Так, ну ладно, попробуем. Попробуем. Оп. Оп. Конечно, по мне, блядь. Куда еще? Куда же, блядь, еще, если не по мне? Правильно, Storm River? Вот если не по мне, то зачем тогда вообще играть? Ой, как много по мне въебало. Неприятно. Так. 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 Ну что, опиздовали отсюда. Хорошо, попиздовали отсюда. Ну и куда мы допиздуем такими темпами? Такими маленькими темпами, куда мы допиздуем? Непонятно нам ничего тут. Блять, пули охуительные. Одна охуительная, другой. Вот это место охуительное. Ну ладно, тут что-то как будто повезло немножко. Так, ну сюда нам не надо пока. Нам надо сюда. Так. Ладно, возьму эту хуйню. Сильно много. Я все равно там буду дохнуть. Так, вот здесь еще может выбежать уродец. Вот здесь может выбежать уродец. Отлично. Уродца прибили, блять. Вот это говно за мной летит. Как надоело, блять. Это говно за мной летящее. Ну вы посмотрите. Вы посмотрите, какое говно. Так, пиксель. Пиксель попал, хорошо, дальше что? Дальше опять. Ну конечно, конечно, идеально. Идеально в меня пиксель попал, естественно. Опять же, играешь идеально, и ты идешь нахуй. Ты идешь нахуй, потому что тебя убивает что-то, что ты даже не видишь. Говно. Там вообще ничего не было. А я сдох. Прекрасно, да? Amazing, блядь. Amazing. Вонючие спектрумские игры. Сраные европейские говнокомпы. Так, ладно, остается последняя зона, и у меня аж полтора часа на это.
Ну, сейчас на входе может не повезти. В принципе, насрать, брать тут или не брать это оружие, ни на что вообще не влияет. Так, тут чувака нет. Так. Где можно подниматься, спускаться? Так, стрелочки горят, видишь? Я просто нажимаю кнопку, игра просто говно. Поэтому кнопку нужно нажать не там, где стрелочка, а немножко раньше. Вот и все. Вот, блять, просто вы посмотрите, как... Как-то говно летит прям за мной. Прям по-уродски. Вы посмотрите, да, как по-уродски оно летит, да? Да, просто вот супер по-уродски летает. Прям вот хуже нельзя было сделать. Ну вот, пожалуйста, пожалуйста, держите, держите, распишитесь. Итак... Первые 10 минут у меня не было вообще никаких шансов уклониться. Это просто рандом неудачный. Играем дальше. Так, играем дальше. Здесь смотрим. Раз. Ушел. Второго смотрим. Давай, 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 чувак. Выбегай. Давай, давай, чувак, убегай. Нет, все. Все. Окей, хорошо. Следующие уроды. Давай, давай, следующий урод. Блять, выстрелов нет, нихуя, пиздец. Так, поехали. Окей. Выстрелов все еще нет. Ой, блять. Хуево. Вот, пожалуйста, еще одна. Еще одна. Никаких шансов не было. Никаких шансов не было тут спастись. Еще минус 10 минут. Понимаете, да? А там же я не всех убил, потому что мне охуенно пиздато все сгенерилось. Еще минус 10 минут. Дальше смотрим. Так, здесь может быть что-то какое-то говно опять. Здесь может быть какое-нибудь говно опять. Здесь может быть говно какое-нибудь опять. Так, на. Ой. Так, все. Так, тут место ебаное. То есть тут мне могло опять же не повезти просто. Еще раз не повезло, еще раз не повезло. Видите, да, какая охуенная игра? Просто прекрасная, блядь. То есть я играл идеально всю игру, и мне просто не везет. Мне уже, блядь, какой раз не везет там? То есть сколько уже раз? Уже 3 раза не повезло. Просто не повезло. Ты ничего не делаешь не так. Просто рандомная хуйня. Тут
еще кто-то может выбежать теоретически. Ладно, вроде не выбежали. А все из-за того, что этот обдрисный кусок говна нормально не двигается. Вы посмотрите, что этот урод делает, блядь, сверху. Вы посмотрите. Ну вы посмотрите, блядь, как он себя ведет. Так, пошли, блядь, вниз. Куда вы, блядь, пошли? Сюда давай. Сюда, блядь, следующий. Следующий, блядь. Следующий. Вот так вот. Сколько можно выстрелов в тебя сделать? Фух, блядь. Ну вот опять! Вы, блядь, вы понимаете, это просто не везет! Просто не везет в одном месте и все! И все, и ты нихера не можешь, блядь! Причем они там так сгенерились хуево, что сейчас я туда войду, и возможно там будет какой-нибудь бесконечный цикл, блядь, опиздюливания меня. То есть я идеально играл всю игру, блядь! И просто не везет в последней карте! Всегда! Потому что тебе не может тут повезти, блядь. Тут нет сценария, когда тебе везет. Тут всегда тебе не везет, всегда тебе генерат говно. Концовка, блядь, еще супер охуенная будет. Даже если вдруг здесь тебе в конце концов повезло. Дальше будут охуительные места, где тебя не будет вести так сильно. Ну хорошо, попробуем здесь пройти. Попробуем пройти без смерти. Нет, не получается без смерти. Все, валим нахуй обратно. Если, блядь, конечно, нам позволят. Это чудесная игра. Так, ну вот это выигрышный сценарий. Если я, конечно, добегу, блядь, через этот град пуль, который меня старается убить, блядь, всеми силами. Вы просто посмотрите, как меня стараются убить все, кому, блядь, не лень. Короче. Ну вот что это? Что это такое? Так. Так. Сюда. Сюда. Так, все. У меня на максимум ХП. У меня на максимум патроны. По идее, я знаю, что там делать наверху. Якобы. Но там может не повезти, опять же. То есть, если мне сейчас генерится много врагов в начале, то я сосну. Так, все, я донес эту хуйню. Так, сюда, сюда. Все, блядь, пройдено это говно конченое.
Так, сейчас пойду сделаю себе какао. Продолжим. Так, это дерьмо улетает в помойку с оценкой 5 из 10. Просто позорище. Блять, сделать на спектруме игру хуже, чем на Commodore. Значит, надо, блин, постараться. Персонально я считаю эту игру хуже, чем игра из 200 уровней, которую я проходил в тот раз. Все, минут 3 перерыв.